Больше 20 тысяч кубов снега вывезли с начала последнего снегопада в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. На улицах города и во дворах жилых домов работают около 150 единиц техники и более 500 дорожных рабочих. Особое внимание уделяется улично-дорожной сети, социальным объектам, садикам, школам, поликлиникам, больницам. Также ведется работа по общественным пространствам. Оперативно отрабатываем обращения, направляем туда подрядчиков на самые такие нехорошие участки. Также у нас в пешеходных переходах установлены информационные таблички, которые позволяют жителям Нижегородского района оперативно предоставить замечания. Контроль за подрядчиками и дуками ведется круглосуточно. Домоуправляющим компаниям приходится нанимать дополнительную технику. Снег продолжает идти, поэтому работу нельзя останавливать. Времени на передышку у дворников нет. Работа у нас организована в ежедневном режиме. Работает 160 дворников, плюс мы усиливаемся для устранения последствий снегопадов, плюс дополнительно 50 человек мы привлекаем. Техника у нас также работает ежедневно. 11 МТЗ работает, дополнительно у нас 5 погрузчиков. Также мы с вывозом работаем на дворовых территориях. Это у нас самосвалы работают до 6 единиц. Чистят, но когда такие снегопады, просто понятно, что оперативно иногда там в одну сторону перехода не удается, а так чистят. Лесенки, видите, ее даже вычистили сегодня, вообще шикарно. Лучше, чем в прошлом году, так я пока скажу. Коммунальщики просят нижегородцев не парковаться в неположенных местах и по возможности убирать свои машины, увидев объявление о предстоящей уборке во дворе. К сожалению, есть проблемы. Вот на сегодняшний день мы с вами во дворе находимся. Да, проблема с запаркованностью придомовых территорий. Также данная проблема есть у дорожных организаций, где наши жители ставят машины, паркуют машины вдоль проезжей частей, что также затрудняет уборку проезжей части. Управляющие компании и дорожные службы их информируют через объявления на подъездах и информационными стендами. У меня большая просьба к автовладельцам нашего района все-таки относиться с пониманием данной ситуации и убирать машины во время уборки от снега. Служба информации, Мария Бурова.